Еще недавно дворы городских многоэтажек были похожи один на другой. Энтузиасты приложили руки, взяли орудия труда, малярные инструменты и привели в порядок клумбы и цветники. Из подручного материала изготовили красочные фигуры. Жители 26-го дома стали одними из первых в этом начинании. Красота радует не только их взор. Вот просто красота около дома. Чисто, убрано, красиво, всегда дети. Очень хороший дом. На каждое торжество по традиции приглашают дорогих гостей. Зинаида Исупова порадовалась тому, что возродилась добрая традиция. Хорошо, что это возвращается, что у нас проходят праздники дворов, потому что наша родина начинается с нашего семейного очага, с нашего двора, с нашего города. И все зависит от того, как живут, вот начиная из семьи, двора. Зинаида Исупова пожелала здоровья и чтобы каждый день приносил радость. Благополучие, тепла в домах, хороших соседей и еще больше детей пожелала заместитель главы города Валентина Кобзарь. Очень хочется от себя лично, от имени главы города поздравить вас с этим праздником, потому что праздник такой по-настоящему душевный. Это говорит о том, что люди, живущие в этом доме, они, наверное, нашли общий язык, нашли общие интересы. Они всем сердцем и душой ратуют за то, чтобы здесь была хорошая территория благоустроенная, чтобы в вашем доме был такой хороший внешний вид, посаженные цветы, радовались дети, и вы сами создаете себе праздник, который сближает вас в очередной раз. Пользуясь моментом, жителям вручили благодарственные письма и памятные подарки за работу по эстетическому оформлению дома. В их числе семья Носовых. Муж и жена принимают активное участие в благоустройстве двора. Дом у нас дружный. На ремонт вот выходит в основном сейчас, конечно, молодежь. Раньше мы выходили, но наши дети выросли. Теперь внуки, ну, помогаем. А вообще у нас молодежь замечательная. Во дворе зачастую случаются посиделки, где собираются любители попеть, продолжает рассказ Надежда Петровна. К слову, накануне в семье Носовых справляли семейное торжество, праздновали очередную годовщину свадьбы. Вчера был юбилей 31-й. Смуглая какая-то свадьба, только не поняла, почему смуглая. День, наверное, пасмурный был. Стоит добавить, в 26-м доме живут семьи, которые прожили 40, 50 и даже 60 лет вместе. Кроме того, там немало ребятишек. На торжестве отметили семейство Белокопытовых, в котором растут 9 детей. Хорошим подарком для жителей стала юмористическая сценка о том, как снимали кино. Пуля. Я умираю, мама. Это мой сын, кажись, он умер, доктор. Что такое? Да вот. Окочурился? Стопудово. Санитары, унесите тело. Какой молодой. В свою очередь таланты показали юные жители дома. Поздравляем, желаем счастья, здоровья, семейного благополучия. И чтоб дальше так дом цвел и хорошел. После гостей пригласили к праздничному столу. Я с бурбуром ложки не светили дом. Пусть немного сказки в этот вечерок. Светлана Дравских, Варвара Павлова, «Наш город».